Глава республики Егор Борисов представит на консультативной комиссии Госсовета России опыт проведения отчетов органов исполнительной власти региона перед населением. Напомним, что практику отчетов ввел первый президент республики Михаил Николаев. Тогда это было обусловлено временем, в сложный период необходима была прямая связь с населением. На сегодня Якутия – единственный субъект, который ведет такую практику. Егор Борисов неоднократно отмечал, что в своей деятельности опирается на мнение населения, акцентирует внимание на проблемах людей. Для этого проводятся различные социологические опросы, регулярные встречи главы с населением.